Бульвар Тихомирова сделают ровным. На участке улицы от Владимирского шоссе до Кленовой кипит работа. Старый асфальт здесь был снят заранее. Сегодня дорожники выравнивают поверхность, чтобы приступить к укладке нового покрытия. Как отмечается на сайте главы округа, на время работ движение автотранспорта на бульваре Тихомирова будет ограничено. Работу обещают закончить 15 июля.